земля, как поле минное, на все четыре стороны, на все четыре стороны лежит передо мной. Неправда, неправда, что я оступился и в травы упал головой. Встречай меня, мама, я так торопился. Встречай меня, мама, я здесь, я живой. Встречай меня, мама, я так торопился. Встречай меня, мама, я здесь, я живой. Село мое над Припятью спаленное лежит, и вижу я, как в пламени из хаты мама выбежит, из хаты мама выбежит, да в хату не вбежит. Неправда, неправда, что я оступился и в травы упал головой. Встречай меня, мама, я так торопился. Встречай меня, мама, я здесь, я живой. Встречай меня, мама, я так торопился. Встречай меня, мама, я здесь, я живой. Дай-ка мне, журавушка, своей живой для храбрости, своей живой для храбрости колодезной воды. Неправда, неправда, что я оступился и в травы упал головой. Встречай меня, мама, я так торопился. Встречай меня, мама, я здесь, я живой. Встречай меня, мама, я так торопился. Встречай меня, мама, я здесь, я живой. Привет, Воронков! Как долетел? Лучше всех! Принимай гостя! Майор Колешников! Чульба! Отряд тут, недалеко! К утру доберемся! Счастливо! Спасибо! Ну, что привез? Медикаменты, боеприпасы, еще! Спецгруз от Центрального штаба партизанского движения. Командиру секретно. Передать лично. Есть. Передать лично. Прокоп, у тебя все готово? Все. Давай. Когда прилетишь? Завтра. Чего подбросить? Конфет. Чего? Конфет. Командир просил к празднику ребятишкам хоть немного. Ну, пока. Мама! Мама, ау, уборы, шары.
Что-то у вас. Школа? Да вы с ума посходили. Майор Колесников. Иван Фомич Драгун. Командую отрядом. Здорово. Здорово. Начальник штаба убит. Комиссар на задании. Встретить не мог. Жду разведку. Ничего. Что привез? Боеприпасы, медикаменты. А это Воронков приказал передать лично вам. Спецгруз. Показывай. Тетради. Вот спасибо. Тетрадки. А ну, зови пацанов. А, комиссар, давно ждешь? Опять на смолокурне Бориску искал. Померещилось тебе, Петр Андреевич. Да я его сам видел. Он на костыле. Чего ж не привел? Да он в камыши рванул. Я за ним, а там глубина, во. Что я мог сделать? А у него лодка. Это Бориска написал? Это не он. А кто? Это моя хата. Я просто подумал, Митя. Всякое бывает. Бывает. Пошли, разведка. По данным разведки, немцы с фронта сняли несколько частей с танками и артиллерией. И двигаются на Дольце и Жары. У них приказ блокированную зону уничтожить. Там же семейные лагеря. Тысячи женщин, детей, стариков. Да, тысячи. Еще раненые. Что должны сделать мы? Ваш отряд должен пробиться к зоне, завязать бой и отвлечь на себя главные силы противника. Вы хотите сказать, что... Да. Прорыв будет совсем в другом направлении. Отберите добровольцев. Это мы уже сделали. Когда? В 41-м. Мой комиссар, а Петька где? На кухне. Кашу лопает. Докладывай. Вот он принес. Можете нанести на карту сведения точные, связной передал. Митя, построй отряд. Есть! Орденом боевого красного знамени награждается командир диверсионного взвода Шумский Иван Алексеевич. Посмертно орденом Красной Звезды награждается подрывник Корниенко Михаил Андреевич. Казнен. Как? Вчера в райцентре. Посмертно медалью за боевые заслуги награждается Степанов Василий Александрович. Убит. Так что ж вы... Так надо, давай дальше. Посмертно медалью за отвагу награждается разведчик Дым Петр Андреевич. А тебе что, мальчик? Дым Петр Андреевич. Что стряслось, Ваня? Отряд уходит в рейд. Господи, опять. Да. Так вот,
Принято решение отправить детей самолетом на Большую Землю. Всех, к сожалению, не сможем, хотя бы самых маленьких. Когда выходим? Как стемнеет. Вы пойдете через аэродром на Смолокурню. Объясните детям ситуацию. Да им и объяснять не надо. Они все слишком хорошо знают. Да. Да. Разведчик Дым по вашему приказанию прибыл. Разговор есть, Петруха. Готов выполнить любое задание. Вот и отлично. Садись. Ты до войны сколько классов кончил? Два. А что? Крепко отстал. Тебе бы в пятый ходить. Так ведь война, товарищ командир. В общем, дело такое. Есть для тебя задание, Петруха. Считай боевое. Разведчик Дым, командование отряда направляет вас в школу. Ясно? Оружие сдать? Спасибо за службу. Есть дать оружие. Новый ученик, Домна Филипповна. Как в таких случаях говорили старину? Прошу любить и жаловать. Слыхали? Прошу любить и жаловать. Для нас есть что-нибудь? А как же? Вы же у меня самое главное подразделение. Как здоровье, Домна Филипповна? Великолепно. Ой, спасибо тебе за добрые вести, Митенька. Товарищ комиссар! А за что я в школу? Как это за что? Повышение. Учиться будет. Успехов вам. А ты не грусти, ладно? Еще повоюем. Ты до войны в какой класс ходил? Десятый. У-у-у. Рожновский. Будешь ходить в третий, а посидишь пока вот с маленькими на первой парте, ладно? Все равно. Почему? Потому. Домна Филипповна, можно Генка ему по шее врежет? Правда, Генка? Лопухин, как не стыдно. Останешься после уроков. За что? И вы тоже. Пока не поймете, за что. Освободи новенькому место. Не обращай на них внимания. Аня и Надя, раздайте листки. У нас будет общий урок. Держи. Что у тебя, Шумская? У новенького нет тетрадки, и листка ему не дали. А новенький сам не мог сказать? Не мог он. Он трус! Нет, он не трус. Дай новенькому. Листок и ручку. Так, приготовились все классы. Старшие пишут, маленькие повторяют за мной. Диктант. Ура! Вы чего? Это ж сводка с фронта. Напишем диктант сразу, сколько листовок будет. От Советского информбюро. От Советского информбюро. Советского с большой буквы. 25-го. 25-го сентября. 1943 года наши войска освободили город Смоленск. Смоленск с большой буквы. Развивая успешное наступление, наши войска в
Вышли на подступы к Витебску. Витебск с большой буквы. И к Могилеву. Могилев с большой буквы. Написали? Соберите диктанты. Добрый день. Прокоп Гаврилович, заходите. Вы что-нибудь хотели? Дело пустяшное. Мы бы тут сами, да некогда. Ребята помогут. Что надо? Они знают. Рожновский, Щерба. Из старых окопов. Песочком их надо. Ну, как всегда. Есть. Петьку не обижаете? Петьку? Не, ну что вы. Верно, Генка? Верно. Смотри, Витька. До свидания. До свидания. Пацаны, дежурный? Пошли. Собрать чернильницы, тетрадки, ручки. Большая перемена. Ну я. Ты чего? А ничего. Тебя кто сюда звал? Никто. Ну так катись. Вы чего, ребята? А то. Ты лучше скажи, за что тебя из отряда турнули. Как будем его звать? А никак. Нельзя никак. Дезертир. Молодец, Лопух, дай пять. Глядите, он меня вроде бить собирается. Ну что, будем драться? Нет. Почему? Я дураков не бью. А ну постой. Ого, за отвагу. Далеко собрался? Обиделся. А ну пошли. И без фокусов, ясно? Ясно. А я все равно сбегу. Я тебе сбегу. Я от тебя сбегу! Я от тебя сбегу! Я от тебя сбегу!
А что ты здесь делаешь одна? Учусь. Я хочу побыстрее научиться. Научусь и напишу письмо маме, что я живая. Можно я посижу с тобой? Смотри-ка. Одни пятерки. А это кто? Мама. Молодчину что сохранила? Это не я молодчина, это папа. Когда его убила, в кармане нашли. А как тебя звать? Аленка Шумская. Аленка Ивановна. Воздух! Счастливого пути. Прокоп. А? Значит так, идешь до аэродрома, там грузишь раненых и пацанов, сначала самых маленьких. Проси летчиков, чтобы брали под завязку. Сколько смогут. А? Остальных с Домной Филипповной. Доведешь до Смолокорни. Угу. Посмотри, как, что, мужики, помогите по хозяйству. Дрова, картошка, разное. Через два дня встретимся, где условились. Все. Ясно. Казимировна, да. С сынами останемся со школой. А. Берегите пацанов. Хорошо. Галя. Иду. Лекарство для школы упаковала? Да. И даже написала у Казика, что к чему. Ну, добро. Тимош, ты только не лезь никуда. Ну все. Дай хоть обниму тебя. Не надо, батя. Увидят. Малые плакать начнут. Ладно. Ладно, сынок. Ну, мужики. Все. Поехали. Теперь давайте маленьких. Слушай, я привез тебе конфет, как просил. Держи. Спасибо. Немцы! Ура!
Погрузку! Задержи их! Хоть ненадолго! Есть! Мужики! Кто может, разбирай оружие! Куда? Не пущу! Куда? Левкович, ты что, спятил? Нет, пацаня, жалко! Ну-ка, Филипповна, загружай ребятишек всех! Куда? Назад! Ай! Механики, пацаны, в самолет! Чуваки раненых и маленьких, я уже не запомнил! Пацаны, за мной! Нет! Стой! За мной, пацаны! Куда? Стой! Назад! Куда вы? Окружаю! Хлопцы, стойте с той стороны! Зазумированно, так ответ! Уходи! Сынок, уходите! Силы в лес, потом по реке к смолокурне. Когда пойдешь по болоту, там есть сосна, держи на нее. Она одна, не перепутаешь. Пройдете. Ну, понял, давай. А ты? Командуй! Бориска! Бориска!
Ты где? Чего от своих прячешься? Ну кто придумал чай из веника? Какого еще веника? Из малинника разжен, простуду лечит, соплей меньше будет. Ты бы помолчал, с перепугу даже мешок с едой посеял. Еще и чирикает. Немцы, небось, сухарями похрустывают, лопуха хвалят. Рожновский. Ну что Рожновский? Да я сам видел, как партизаны ему гостинцы подсовывали. А как же, лопух у нас маленький, низенький, лопоухенький. Ух, как есть хочется. Хоть эти полени грызи. Девочки, сколько у нас осталось? Вот всем по сухарю и крошки. Раздайте все. На. А почему два? Так уж получилось. Да ты ешь, ешь. Петя, откуда ты эти места знаешь? Долго рассказывать. Потом как-нибудь. Новоселки далеко? 10 км с гаком. А в какой стороне? В той. Только в темноте не пройти. Болото, низина. А зачем вам новоселки? Там один мой ученик живет. Кто? Я там всех пацанов знаю. Завтра могу сбегать, что сказать. Иди спать. Я подежурю. Иди, иди. На новоселки ходили. Буди, ребят. Есть. Школа, подъем. Вставай. Хлеб. Убери руки. А ну, марш на улицу. Все, сделать зарядку, умыться, потом завтрак, уроки. Какая зарядка? Какие уроки? Фрицы кругом, блокада. Какая тут школа? Послушайте, дети, школа – это мы… Ну что, рожон, теперь никто не мешает. Хватай. Ладно тебе. Давай, командир, командуй. Пошли мыться. Ну, ну, что так приуныли? Все не так плохо, ребята. Я сегодня ночью была в новоселках. Нам с
собрали хлеба, картошки, даже соли. Только принести надо. Не пропадем. О, а говорили уроки. Не горюй. Уроки от тебя не уйдут. А каникулы? Сразу после победы обещаю. Что же вы медлите? Только в последний раз. Ешьте. Ешьте. И в дорогу. Ну вот, и пришли. Тихо. Как тебя зовут? Это Бориска. Как ты тут оказался? Он прячется где-то здесь. Мы его с комиссаром искали. Не нашли. Убегает. Хочешь к нам? Нет. Почему? Нельзя мне. А как ты узнал, что мы вот здесь? Наблюдал. Давно? А почему объявился только сейчас? Тихо стало. Беда, что ли, у вас случилась? Учиться хочешь? И я учиться был бы рад. Да не пустил меня ухват. Ты что, стихи сочиняешь? Не, поэмы. Поэмы? И название у них есть? Есть. Какие? Обормота номер раз, обормота номер два, обормота номер три. А что, толково? Изубрить легко будет. Жаль, что мы его не проходим. Почитай. Ну, почитаешь? Смеются. Больше не будут. Почитай. Ладно. Давно это было. Еще до войны. Все ребята голые, а дундук одевшись. Мы бежим от яблони, яблоков наевшись. Хорошо, очень хорошо. Только ты нам потом прочитаешь, хорошо? Договорились? Погоди, куда ж ты? Куда? Зря вы так. Но я ж не хотела его обидеть. Все, что он рассказал, правда, мне в отряде говорили. А что у Бормоты, так у Бориски был брат Шурка. Мать называла их
обормоты мои. Любила сильно. А этот Шурка где? Убила. Ой, прости, я не знала. Ладно, чего там. Я схожу на разведку, всем оставаться здесь, никому не уходить. Генка, Витька, ты остаешься за главного, а ты часовым. Эй, петух, ты куда? Да так, глянуть. На разведку, значит. Какая там разведка? Вон ребятам и есть нечего. Надо еды где-то раздобыть. Постой, я поделюсь. Тоже мне нашелся, поделюсь. Нас вон сколько. Мы твои запасы за один раз прикончим. Не пугай, у меня картошки целое поле. Я знаю тут одно место. Добро. А я все же гляну, мало ли что. Чего сейчас к вам приходил? В новоселках немцы, когда хаты жгли, все про вашу школу спрашивали. Ищут вас. Знаю. Командир говорил, что ищет. Да ладно тебе. Поищут, перестанут. Чего ты зря мотаться? В гаранях они. Километров 7 отсюда. Да сейчас и не проедешь, грязюка. Если солнце, так только вон оттуда. Вот когда подморозит, дело будет похуже. Любая машина пройдет. Когда нашу деревню сжигали, этот гад на машине налетел. Кто? Есть тут один. ССовец. Грузовик у него. Команда. Куда налетят всем крышка? Это он новоселки спалил. Знаю, такой жирный. Лысину платком вытирает. Он. Жаль, Шурки нет. Дал бы он этому гаду. Что, Шурка, один без оружия? Что? Полно было у Шурки оружия. Он его собирал. И в землянку стаскивал. Его землянка где-то здесь. Давай вместе искать. Найдем? Вот тогда пусть сунется сволочь эсэсовская. Знаешь, какой он был? Кто? Мой Шурка. Он самый. Самый. Он змей меня научил делать, воздушного. Мировой на змей был. Под самые облака взлетал. Жаль, сгорел вместе с хатой. А нас тогда согнали в грузовик и повезли. А Шурка, прыгай и сигану. Я следом за ним и к речке, гущар. Я думал, он туда побежит. Шурка в поле. И все, убили. Зачем он в поле? Немцев от меня отвлекал. Чтобы я по кустам ушел, а они гранату шарахнули. Теперь вот. Слушай, а давай змея сделаем. Тоже нашел время. А плевать. Устроим праздник. Змея запустим. А я про вас поэму напишу. Обормоты номер 4. Нет, по-другому назову. Ладно. Только давай сначала с картошкой разберемся. Попрыгай. Рожон, остаешься за главного. Смотри, чтобы здесь порядок был. Что звенит? Води. Оставь. Почему сидр белый? Каким еще должен быть? Мешок как мешок. Петька, мы за картошкой или пули ловить? Ладно, Генка, делай, что говорят. Вон лужа, возьми и вымажь. Командир, чем картошку копать будем? Руками. А вас кто сюда звал? Мы что, с собой малышню потащим? Какая тебе малышня? Да скажи ты ему, чего он тут? Петь, скажи. Ладно, лопух, не шуми, в другой раз пойдешь. Никаких других раду. Картошка не шутит. Я еще крепко подумаю, кого взять. А ты чего пришла? Сказать надо, по секрету. Не могла дождаться? Не могла. Мы с Лопухиным пришли сказать, что Домна Филипповна заболела. У нее простуда, и руки опухли. Лопухин говорит, что это от голода, и потому что соли нет. А откуда Лопух знает? Мы в госпитале помогали. Только Лопух умнее, он лучше знает. У него дедушка врач и папа врач, и он врачом будет. Он все лекарства выучил, а я боюсь. Вдруг Домна Филипповна умрет.
Как это умрет? Ты думаешь, что говоришь? Есть у меня соль? Есть. А жратвы полно будет. Идите, ребята. Лечите Донну Филипповну. Идите. Доигрались? Эх вы. Чуть Донну Филипповну не угробили. Обормоты. Пошли, мужики. Со мной. Ложись. За мной. Тихо. Тихо, пацаны. Со мной. По одному. Только тихо. Тихо. Хватит землю нюхать. Могли взлететь запросто. Лопух, скоро? Говорю. Вы, главное, не думайте про болезнь. Я когда болела, мне мама всегда говорила. Вот я сяду к тебе поближе, расскажу что-нибудь веселое, и все пройдет. И сейчас тоже что-нибудь веселое вспомню. Не вспоминается. А я, когда болела, меня заставляли спать. Когда спишь, говорила бабуля, то выздоравливаешь. Донна Филипповна, вы постарайтесь уснуть, обязательно уснуть. Я и не болела никогда, даже обидно. Ну, ничего, после войны наболеюсь, во. Лопух, ну что там у тебя? А я после войны артисткой буду. Держите меня! Буду, буду. Чего они не верят, Донна Филипповна? Я дома всегда стихи читала. Есть в осени первоначальный, короткая, но длинная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Ну вот, мне уже и хорошо. Сейчас будет еще лучше. Горе.
горькие. Не буду. Не, не могу. Спасибо тебе, Бориска. Да ладно. Может, зайдешь? Не могу. Будь здоров. Пока. Что за кутерьма? А ну, брысь, больным покой нужен. Чем они вас лечат? Ой, ужас. Деготь, не деготь, скипидар, не скипидар. Горечь. Горечь? Ой, ужасно. Тихо, тихо, Домна Филипповна. Болеем спокойно. Сейчас разберемся. Спасибо, Витенька. Да, редкая гадость. Кто делал? Я. Тогда придется выпить. Лопух не дурак. Горькое. Не могу. Не могу. Ни за что. Горькое, ну поймите, не могу. Вот, возьмите. Дети, в райцентре фашисты уничтожили библиотеку. А вот Бориска пробрался в развалины и спас эти книги. Вы только посмотрите, какое богатство подарил нам Бориска. Это частички прекрасных книг, которые написали лучшие писатели мира. Я вам буду рассказывать страницы, которых у нас нет. Понимаете? Потом будем читать. А потом опять я вам буду рассказывать недостающие страницы. Понятно, ребята? Вот так мы и будем читать эти книги. Домна Филипповна, почему часовых с поста на урок сняли? Непорядок. Ну, я думала... Значит так. Вечером распределим, кто что будет делать. Кто еду, кто дрова, кто стирать, кто что. Верно, Домна Филипповна? Ну, верно, Петя, конечно. А вообще ничего, перезимуем. Проживем. Это еще что? Мы печь сложим. Настоящую. Меня отец с дедом учили. Я в сожженной деревне кирпичи присмотрел. Ага, чтобы рожно было где дрыхнуть. Ну ты, сиди, не чирикай. Не смей. Тише, дети Рожновские. Посиди с нами. Часовые на выход. Дети, вы сохранили тетрадки, и я горжусь вами. Только теперь надо писать меленько-меленько, чтобы их надольше хватило. Сегодня мы пишем сочинение на тему «Кто кем хочет быть». А что тут писать? Так ясно. Летчиком хочу быть. А я летчиком хочу быть. Тихо, тихо, дети, тихо. А что мне делать? Как что? То же самое, что и все. Кем ты хочешь быть? Дайте листок и ручку, пожалуйста. Пожалуйста. Ой. Только чернила у нас никудышные. Сажа на воде. Шел бы ты отсюда, Бориска, вдруг рванет. С какой радостью? Головку вывинтил, донных взрывателей в этих штуках нет. Грамотный. Сколько мы их переплавили? Шуркотол собирал. Партизана хотел. А правда ты разведчиком был? Был. А чего здесь околачиваешься? Че не рванешь? А каких одних оставишь, пропадут. Тащи каску.
Ты чего толк пяток льешь? Спятил? Пропадет взрывчатка. На кой черт мне взрывчатка, я чернила варю. Чернила? Я думал, тебе тол нужен для дела. Я думал, ты человек, а ты чернила. Хорошие получились чернила. Четкие, только, знаешь, цвет противный. Тол, гадость. Ты больше не вари мины. Снаряды. Не буду. А? А можно за один год 3 класса пройти? Можно. Можно. А что это Бориска к нам не приходит, а? Он не может. Шуркин склад ищет. А где он живет? В землянке. Там же холодно и страшно одному. Привык. Скажи ему, пусть приходит. Я ему для воздушного змея платок дам. Правда, я на него старую карту наклеила. Для урока истории. Платок, конечно, поистрепался, но ничего. Пусть Бориска приходит. Скажешь? Скажу. Сейчас мы его в поле попробуем. Слышь, петух, день-два и озеро замерзнет. Нет, немцы здесь не пройдут. Вот только брод проклятый. А что, если там поставить мину противотанковую? У меня есть. Ты бы смог? Нет, противотанковую мы не проходили. Не проходили? Вы больше на таблицу умножения нажимали. Луша, мыло, шило. Дармоеды. Ну ты, сопляк, жаль, что ты на костыле, так бы я тебя врезал. Ты мне врежь! Бред! Боишься? Боишься? Я думаю, что мы с тобой Шуркину землянку отыщем. Да хватит про эту землянку, нет ее! Нет? Есть! Шурка не врал! Я нашел ее! Нашел! Иди отсюда, чтобы мои глаза тебя больше не видели. Мы без тебя обойдемся. Кто мы? Мы с Шуркой. Навсегда будет двое. Понял? Мы больше никогда не пустим фрица в деревню. Никогда! Мы их вот так. Вот так. Пошли, покажу Шуркину землянку. Змея возьми. Там. Вот она, Шуркина землянка. Здесь мины. А там патроны. Это и все? А что тебе больше надо?
Мало, да? Да кому они нужны, твои мины? Без миномета или патроны без автомата? Был у меня автомат. Шурка у меня его на ракетницу выменял. Вот. Автомат партизанам отдал. А кому твоя ракетница нужна? Из нее только девчонок пугать. А это что? Бензин. Я его на дальнем хуторе нашел. Немцы оставили. Не успели поджечь. Почему не успели? Партизаны спугнули. Знаешь, какие немцы сейчас пугливые стали? Чуть что, сразу драпать. А хочешь из ракетницы пальнуть? Да посмотри, как она бьет. Эй, петух! Подожди! Дарю, Шуркин, пригодится. Слушай, дай хоть раз глянуть. Смотри, лед на лужах раздавлен. Эта машина к школе прошла. От родных нив, от родной хаты. Die Stunde ist aus. Урок окончен. Die Papiere. Это в огонь. Verbrennen. Proviant. Proviant, теплые вещи, все в огонь. Die hier weg. А этих вон. Hinaus! Raus! Raus mit euch! Hinaus mit allen! Raus mit dir auch, du! Это все? Все. Die alle, den kleinen. Разденьте их. Смеете? Это ж дети! Сироты! Высыпай, порох! Высыпай! Высыпай! Поднимай шум! Шум поднимай! Разлей бензин! Бензин разлей! Разлей бензин! Я им сейчас за все! За Шурку! За все! Поджигай. Einsteigen. Und was mit denen? А эти? Die krepieren schon. Подохнут. Ха-ха-ха!
Бориска! 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 Облака над землей, дым на берегу. Я всегда край родной у тебя в долгу. Самая лучшая в мире земля, Белоруссия моя, Белоруссия. Белоруссия, самая лучшая в мире земля, Белоруссия моя, Белоруссия, Белоруссия. Наши! Наши! По росе, по траве выйду в звездопад. Журавли в синеве к югу пролетят. Самая лучшая в мире земля, Белоруссия моя, Белоруссия, Белоруссия. Белоруссия моя, Белоруссия, Белоруссия.